Итак, вот мы еще изобрели один агрегат. Агрегат для проделывания отверстий плеенки под посадку клубники. Вот этими вот ножами. Вот. Режется отверстие пленки. И в эти же отверстия потом будет сажаться клубника. Вот. Колесо вращается. Вот. Дырки нарезаются. Получился стих целый. Вот это вот опорные колеса у нас. Вот они. Которые не дают из стороны в сторону ходить нашему приспособлению. Вот, чтобы рядки получались ровные. Будет две строчки в одном рядку. То есть в одной, как бы сказать, клумбе. Вот. Завтра будем испытывать. Видео испытаний выложу дополнительно. На этом я заканчиваю свое видео. Спасибо за внимание.